Добрый день, меня зовут Нальня Асланян, я врач-дерматолог-косметолог, и сегодня хочу рассказать вам про HIFU, потому что это слово на слуху у всех, существует очень много аппаратов, и желательно было бы разобраться чуть-чуть хотя бы, что из себя представляет эта технология. HIFU представляет из себя сфокусированный ультразвук высокой интенсивности. Он работает в дерме и в смазе. Смаз – это поверхностная апоневротическая мышечная система, и HIFU сам по себе создает тепло. Он генерирует тепло где-то около 60-80 градусов Цельсия в дерме и в смазе, и тем самым создает подтяжку лица и тела. Хочу вам рассказать про нашего друга. Его зовут Тентера. Его преимущество по сравнению с другими HIFU в том, что он двухлинейный, и он создает точки коагуляции в две линии. И что это нам дает? Это дает нам время сокращения процедуры, где-то около на 20-40 минут. То есть пациент может прийти на процедуру обеденного перерыва. Что это еще нам дает? Это дает то, что процедура практически безболезненна. И еще, после процедуры пациент реально сразу после первой процедуры видит результат. Естественно, эта процедура не одномоментная, и процесс нарастания, улучшения лифтинга происходит в течение 3-6 месяцев. Поговорим о показаниях. Любая медицинская процедура подразумевает консультацию со своим лечащим врачом. Аппаратов существует много, врачей существует много, и в конце концов специалист должен быть грамотным, и он должен понять, стоит ли делать эту процедуру данному пациенту или нет. Процедуру HIFU с масс-лифтинга мы предлагаем пациентам 35+. Естественно, у них должны быть показания к этой процедуре, такие как второй подбородок, желание разгладить носогубные складки, морщинки на лбу, обвисание овала лица и дряблость кожи, второй подбородок. В любом случае, все консультации у нас в центре бесплатные, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Приходите к нам и будьте красивы!